Привет всем, меня зовут Эля, и сегодня мы с вами приготовим вкуснейший куриный рулет. Самым первым делом я хорошо промыла чернослив, залила его горячей водой, и теперь, пока я буду подготавливать курочку, он разбухнет. Теперь приступаем к курочке. У меня была одна большая грудка, я разрезала ее напополам, а теперь мне нужно сделать еще один разрез. Разрезать, так сказать, вот эту часть напополам, но не доходя до конца, раскрыть ее. Вот так вот я ее раскрыла. И точно так же раскрываем вторую. Теперь я накрываю пищевой пленкой грудку и слегка отбиваю молоточком. Вот, первая часть готова. И теперь отбиваю вторую часть. Я разложила грудку на фольгу, в которую буду ее заворачивать. И таким образом, чтобы одна грудка немножко накрывала другую. Теперь что я буду делать? Я хочу взять немножко горчицы и немножко майонеза. Хорошенько размажу все это по грудке. Теперь я добавляю чесночок, дальше обязательно солю и буду использовать свои любимые специи. Это будет базилик, черный перец и паприка. Далее я засыпаю грудку натертым твердым сыром и выкладываю чернослив. И теперь эту красоту, кстати, с высоты похоже на пиццу. Можно и так запекать, я уверена. Нам нужно аккуратненько скрутить. Начинаю с одной стороны. И сверху накрываю второй. И сразу же фольгой. А, нет, стоп, не сразу же. Я хочу сверху еще немножко подсыпать приправ и подсолить. Здесь же мы этого не делали, поэтому немножечко добавлю. И теперь закрываем. Сверху, где вот этот вот шов, и сразу же начинается наше мясо, я накрою еще раз. Чтоб наверняка, чтобы никакие соки и ароматы не вышли. И теперь в таком виде отправляем в духовку градусов примерно на 180, минут на 30-40. Будем проверять. Прошло около 30 минут. Я достала нашу филешку. Теперь я хочу ее открыть и поджарить еще в открытом виде. Сверху я еще засыпаю сыром и отправляю минут на 10. Ну что, ребята, вот такая вот красота у меня получилась. Грудка очень сочная, можно видеть по мокрой дощечке, даже вот там вот внутри. А сейчас я предлагаю вам нарезать. Вот такой вот сочный, вкуснейший рулет у меня получился. Вы просто посмотрите, как блестит грудка. Она совершенно не сухая, хорошо приправленная, много специй было, сыр в каждом кусочке, еще и сверху. Так что я вам всем советую обязательно попробовать этот рецепт. Вы останетесь довольны. Если вам понравилось, то ставьте лайк. Обязательно подписывайтесь на мой канал. Красная кнопка подписаться под этим видео. И всего вам самого хорошего. Пока!